Не выиграли, но показали себя достойно. Именно такими словами тренер кировского клуба «Динамо» описал игру с нижегородскими футболистами. В минувшие выходные кировчане встретились с лидерами группы зоны «Урал-Поволжья» – командой «Олимпиец». Гости уверенно чувствовали себя на поле, чаще атаковали и больше владели мячом. Это принесло свои результаты. Первый мяч был забит в ворота хозяев на 16-й минуте. Дальше повлиять на счет командам не удалось. Хотя, как признают соперники, кировчане не растерялись после пропущенного мяча и продолжали играть слаженно. Встреча закончилась со счетом 0-1 в пользу нижегородцев. Следующий матч динамовцы проведут на выезде. 19 мая им предстоит сыграть в Ульяновске против местной «Волги». Мы знали, что «Динамо» Киров последние игры играет очень удачно. И сегодня мы увидели, что это не случайно. Команда организованная, команда... Я не увидел какие-то слабые линии, поэтому обороняться они умеют. Мы, в общем-то, со всеми командами бились на протяжении всего сезона на равных. Мы проигрывали лидерам крупно. Ижевску, Нижнему Новгороду. Но вот, в общем-то... Пришли к тому, что команда прогрессирует, мы пришли к тому, что в игре с лидером, в принципе, мы выглядели достойно и хоть и уступили, но, скажем так, потрепали нервы сопернику.